Далее. Вот, в лице один сделанный нами, и остальная небольшая такая половинка, сделанная ребятами вчера, которые не смогли присутствовать сегодня. Вот, пока для небольшой такой динамической части, дайте email ваш в чат, чтобы вы могли сейчас буквально через 5 секунд с вами немного повзаимодействовать. Вот, я сейчас включу наше расширение и начну о нем рассказывать. Наше расширение называется Share Your Tabs. Идея достаточно простая. Часто возникает потребность перенести или быстро передать а вкладки, которые были открыты в вашем браузере. То есть я поработал, у меня остались какие-то вкладки, например, рабочие, и я очень быстро отправил их себе дома, потом дома их продолжил читать или использовать. Чат. Вот, собственно... Ради, что мы работу запустили? Что, простите? Стоп, я сейчас его установлю или не установлю? Лучше ставить или не ставить? Ставьте. Знаете, мы вот тут поставили несколько штук, они нам всю малину испортили. Так, малину уже не осталось. Что он делает? Перейдемте, нажму на эту кнопку. Он позволит вам быстро открыть те вкладки, которые я вам передам. Ну, хотите, как хотите, собственно, давайте уже не тратить время. Я вам быстро покажу. Мы поставили его, что мне с ним дальше делать? У меня появилась замечательная форма, что create mail, send to и send mail. В чем фишка? Фишка в том, сейчас, секунду, он у меня сам не прогрузился почему-то. Так. У нас странные какие-то технические проблемы. Ну, давайте я вам объясню функционал, если он у вас запустился. Send Mail позволяет вам передать вашу текущую сессию вкладок через email другому пользователю. То есть кликните на... Сейчас, секундочку, давайте мы сделаем следующее. Мы видели, что, собственно, происходит. Нажимаю на эту кнопку в extension. А вы нам скажете, видите вы или нет в Киеве? Сейчас хотел. Сейчас, вот у нас вот Киев, вот Питер. Смотрите, я нажал на кнопку, попал в меню, у него есть кнопка Create Mail. Что дальше делать? Я на нее жму, правильно? Create Mail, да. Нажимайте. Красиво. И выбирайте, вот напишите, например, себе же на почту. Ставьте send to, ну, свою почту. Да. И? Вот, введите какой-то простой текст или просто нажмите send. Окей. У нас она даже работает, да. Вот, и вам, ну, пришло. Ну, сэндайте себе самому. Ну, я не буду отправлять, я и так понял, что он работает. Да. Ну, в общем-то, когда вы себе отправите, там сверху появится notification о том, что вам пришло сообщение по папе. Давайте проверим. Сейчас проверим, гадите. А кто хлопает-то? Мы. Пришло ж. Хорошо, что вас там обработали. Ну хорошо, мы отправили. Отправили. Да, у меня появилась единичка. Я единичка. Нажимаю. Нажимайте на единичку. Tabs. Да. Open Tabs не работает. Open Tabs не работает?
Но, скорее всего, потому что и так открыт. Давайте мы сделаем следующее. Я сейчас открою какой-нибудь, я не знаю, блог rudovalsport.com. Отправлю, значит, куда-то okay, сидеть. Окей, CVN, так. Сейчас, ребят, мы жалеем. Мы себе уже жалеем письмо. Вот у нас, вам виден наш? Должен сейчас, отлично. Мы это сейчас выпустим. 5 серий, дайте доделать. Вот одно, так. Сейчас, я накрою рудовал, потому что мне видно было. Так. Какой из них позже было? Вот это, да? Он и так не работает. Hello, Bob. Давайте сейчас... А OpenMail работает? OpenMail работает? Сейчас. Умная система. Ребят, система умная, но она не работает. Она пришла не одну, она пришла все этапы. Потому что она открывает все этапы, отправляет. Она все этапы. Посмотрите внимательно на наш экран, он у нас работает. Давайте смотрим внимательно. Вот, давайте create mail, я провожу, отсылаю себе свою... Ему высылаю. Это шлю себе, потому что у нас оно работает. Gmail.com с сообщением Google. Вот. Происходит... Жается, должно загрузиться, в общем-то. Да, два проблемы, меня не интересно. Странно. Ну, в общем, там должно было появиться такое сообщение, как вы видите, вот тут, вот, вот оно, скажем. И при нажатии Open Tabs, как сейчас вплывет окно, это те текущие сессии, что у меня были. Это ну, вот Google, Google, Википедия, то, что, с тем, что я работал, скажем, на работе или в другом месте, или просто я передал эти же табы другому человеку. Ну, в общем, хорошо, идея понятна. Значит, нам скажем, что есть один экстеншн, который TabCloud, по-моему, называется, который, значит, все табы, вообще все табы, которые у вас есть на компьютере, синхронизируют с сервисом Cloud, и можно эти табы открыть откуда угодно. Раз это немножко удобнее, мне кажется, чем через электронную почту. В 21 веке, в 2011 году, электронная почта запрещает ссылок и табы обязательно хранить. Я понимаю, что вы просто пробовали. Да. Ну, посмотрим на такую ситуацию. Если тот человек, которому я это посылаю, это старая бабушка, которой я послал лекарства. И все, что она знает, это настроенный укрнетовский, ну, там, рамблеровский клиент. И у нее нету ни хрома, ничего. Она конкретно получит те ссылки, которые я ей хочу передать. Тоже верно. Нет, никто не спорит, идея хорошая. Комментарий хорошо на это здорово. У меня, правда, есть... Давай. Такие бабушки очень быстро умирают. Очень быстро, но я не знаю, я своим родным желаю счастья и вашим тоже. Как бы, ну... Я очень в целом абстрактно. На самом деле, в этой мысли очень много «если». Если такая бабушка найдется, если у нее будет клиент, если она не разбирается, если настроена. Вот. В среднем в интернете такое просто редко встретится, на самом деле. Ну, в общем, просто это писалось, ну, по опыту. Недавно буквально гуглились препараты, и было сложно послать их. Ну, то есть, чтобы оно быстро и открылось, чтобы человек потом не сидел это все, ну, автоматизировать этот процесс. Он автоматизировался, и это, ну, тоже хорошо. Да, есть проблемы. Ну, как бы за два дня большинство из них было доведено, функционал был доведен до состояния, мы можем его показать. Скажи, лично выступал. Вот. Нет, они же не спорят, что вы молодцы, что вы делали хорошую вещь. Но, конечно, у вас есть еще целый месяц, чтобы довести функционал до большей работоспособности и представить проект на финальном демофесте 9 октября в Москве, перед Google Developers. Большое спасибо! Вот. Да, и последний маленький проект, это, он работает? Да, он работает. Ну, то есть, нет, это будет очень сложно. Ну, я показать.